по откупу от проклятия семьи. Как возникает проклятие семьи? Бывает ли такое? Если проклятие семьи появляется, то как оно проявляется в жизни людей? Дочери умирают молодыми, у дочерей нет детей, дочери сходят с ума. Мальчики, рождающиеся, могут быть бесплодными, но в большинстве своем рождаются с психическими заболеваниями. Это есть. Если это происходит из рода в род, то весь род вымирает. Когда род вымирает, это и называется проклятием. Почему появляется проклятие? Оно появляется, когда не прокляли, а когда человек участвовал в убийстве большого количества людей. Как доказать? Смотрите, Брежнев участвовал в большом количестве людей, в убийстве большого количества людей. Его дочка Вера психически больная была, дочка этой дочки тоже психически больная, ни имущества, ничего. То же самое будет с детьми Путина, и то же самое будет с детьми Каддафи и Мубарака, и там... Знаете, это проклятие, когда у Гитлера нет детей. Вы знаете о детях Гитлера? Что-нибудь слышали? Они проклинают весь свой род. Причем этот род, он за счет проклятия людей в дальнейшем вымрет. Потому что сами эти люди живут, как хотят. Думают, что они живут для детей, на самом деле живут вообще непонятно для чего. Вот так.